Ночь лопатой сегодня проведут активисты интернет-сообщества. Выйти на борьбу с гололедицей молодые люди договорились в социальных сетях. А днем за ломы и лопаты взялись инвалиды, а также ветераны футбольного клуба «Рубин». Роберту Галееву к активной работе не привыкать. Он спортсмен, играет в футбол и хоккей. У молодого человека ДЦП. В движении силы, так что субботники сродни тренировкам, говорит он. Не пропускает их, даже когда на термометре минус 25. Слепым помогаем, убираем всегда. Недавно, 2 месяца назад, деревья сажали. Для уборки не случайно выбрали именно этот двор. По этим улицам ежедневно проходят десятки незрячих. Рядом расположен библиотека и дом культуры для слепых. Вооружившись ломом и лопатой, ребята расчищают дорогу тем, кто передвигается на ощупь. За помощью в организации субботника активисты обратились к жилищникам, но последние инициативы людей с ограниченными возможностями не поддержали. Они нам не выдали ни одной лопаты, ни одного лома. Мы это все с миру по нитку собирали. Эти инвалиды уже лет 5 занимаются активно спортом. Для них работа лома – это просто одно удовольствие. Они вот могут действительно, для них это физзарядка. Спортсмены планируют сделать такие субботники традицией – собираться по несколько раз в месяц. Карина Насрудинова, Айдар Кунафин, «Вести Татарстан».